Здорово, друзья! В сегодняшнем видео будет опять рейд на берег. Да-да-да, на ваш любимый берег. Вы его так все сильно любите. Не надругаться. Рассказываю, как так получилось. Я бегал вообще с пистолетами на рейде. Да, мы в последнее время экспериментируем. Бегаю с пистолетами, со всякими тозиками и прочей фигней. Поэтому, если есть какие-то предложения, напишите в комментариях тоже, с чем можно побегать, какие-то интересные пушки. Обязательно попробуем, я думаю. Но если реально что-то интересное, стоящее будет. Так что кидайте свои предложения в комменты, посмотрим. Вот, рассказываю, как получилось. Я начал бегать пистолетами. Кругом фул камни, АФКшники, сгорел. На берег вообще не ходил. Пошел бегать резерв. В резерве тоже было полно, кстати, крутых каточек. Потом будет, скорее всего, нарезка. И что вы думаете? Я просто мискликнул с картой. Я случайно вместо резерва пошел на берег. С ключницей от резерва. То есть без ключей. И это такая просто катка получилась. Бомбезная. Там такие были киллы. Вообще просто, ребят, закачайтесь. Поэтому влепи свой царский лайк и давай смотреть. Не буду ничего спойлерить, но катка реально очень крутая. Очень крутые мувы, крутые киллы. Всем приятного просмотра. А, что? Я что, берег регнул? Четко. Работаем. Работаем. Чё-то, где я, думаю, появился? Что за фигня? Мисклик, получается, произошел. Зато тут дождя нету, шарите. Нет, я не специально, я ж ни ключи, ничего не менял. Я мискликнул, видимо. Спасибо, Алексей. Я думал об этом, я даже как-то пробовал его играть, когда на ютубе стримил, но... Его сложно стримить, потому что очень много стрим-снайперов будет. Там они прям очень мешать будут. Ну, по крайней мере, когда вот я пробовал на ютубе играть, их было очень много. Они просто строились рядом с нашей базой, и все, и потом назили просто весь стрим. Поэтому такое себе. Может, как-то, знаете, чтобы ненадолго затягивать, так чисто бомжами побегать по рофлу как-нибудь, может быть. Но именно какие-то затяжные стримы, долгие, там потом люди просто, говорю, обстраиваются рядом с тобой, и все, и г-г-г. Просто стрим снайпит тебя. Фига себе, там война. Блин, в Тор-Про как-то на днях донатил. Насчет того, чтобы его в колде в друзья добавить. И у меня опять там все забагалось. Ну, как раньше, в принципе. Там какой-то лаунчер у них корявый или что. И друзья тупо инвайты не приходят, короче. А его я не смог найти. Надо как-то... Как-то его найти в Тор-Про. Если ты тут, напиши мне свой ID. Я добавил сам. Командой в раз играть проще, с подписчиками деревни и построился, будет готово. Так мы деревню строили, нет, там балаган, и там ты уже не понимаешь. Наоборот, когда деревня, ты не понимаешь, то ли это стрим-снайперы бегают, то ли это свои челы. Вот, падла. Делаем 500 IQ мув. Чё ты забыл на нашей земле, сука?
Хорошая. Пам-пам, па-ра-бам, па-ба-бам, па-ба-бам. А третий, где таких двое было? Но я двоих слышал только. Насчитал 600 IQ. На хайлайтик. Пук-чам. Андер, спасибо, братик. И уксус. Спасибо, бро, за 50. Реплики тут — это отдельный юр. Особенно, когда в моменте. Да, реплики хорошо иногда заходят. Но я планирую, если я буду вообще играть еще в Тарков к тому времени, когда будет вайп, я хочу Юсека создать, за Юсека поиграть. У него у Юсеков шмотки крутые. Я чисто ради шмоток хочу на Юсеке поиграть. Тимофей, спасибо, братишка. Вспомнил раз, когда еще с Яриком играли. Помнишь, как тиммейта застроили на рейде, и вы копья передавали багам через МВК стенку и ковыряли ее? Ржу. Было дело, да, было дело. Молодец, братка. Ну и че ты сюда приехал? Вот я про это говорил, когда вот настолько в тему бывают эти войсы. Ну и че ты сюда приехал, говорит. Блин, капец, они меня так тэк убили, нифига себе, я даже не заметил первый раз. А, голова сломалась. Ну и чё-то сюда приехал. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Да. Да. Ну только сказал это, и опять огонь. Блин, там что-то движка у пацанов нереальный, слышите? Надо к ним как-то зачекениться. Да, братишка, сю, да. А, даже без ключей. Ну все, там на файт сразу. Сразу на файт, на файт, на файт. Блин, паракорд таскаю, на выбросить, все равно застрахован. Так, тут что? Выбросить, 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 выбросить. Это все хлам, это тоже хлам. ТВ-шку одеть? Да не, пока 26 хп нормально. ТВ-шку потом, если что, оденем. Если меня еще потрехают чуть-чуть, оденем ТВ-ху потом. ТВ-х это четвертый, это пятый класс. Это еще два шота выдержит где-то. Три, может, даже. Видите, стекла битые. Туда хаешки кидали или что?
Да, идти админку. Чекать. Ходят, а ты уже делаешь, красава. Ой, ё, нас никто не услышит. Удачи. Не слышно никого. Сергей, спасибо, братик. Спасибо за 2 евро. Ну, мув был хороший. Мув был вообще хороший. Мне самому очень понравилось. Просто не всегда этот лонг-джамп получается, чтобы башкой не удариться. И тут он получился. Ямба. Сверху ходит. Да, я правильно понял, что там чел сидит. Ауф. Опа. У меня пушка не стреляет. У меня просто забаговалась пушка. Ты охренел, урод, так стрелять?
ушлёпа. Понравилось нахрен тебе, нет? Соска. Ага, постреляй. Хрена себе, в админке уже сидят. Ой, братик, хилься, 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 как никогда не хилился. Ой. Братан, у тебя еще один поскользнулся. Иди спасай пацанов. Девочки упали. Это топы, лайк, ахаха. Но у них еще есть чел, понимаете, который был в админке, стопудов, или в западке. Ну вот кто-то по мне сидел, стрелял. Возможно, это он, конечно, в админку уже перебежал, но я не уверен. Но может быть еще типуля у них один. Третий там уже своей куче кала утонул. Понимаю. Это просто какой-то трэш. Сейнт Пух, спасибо, братишка. Да, это ты явно неплохо зашел, бро. Очень круто, мужик. Еще одна Сашка. Кила, 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 шкила. Кила, 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 шкила. Брат, живи. Живу, ребят, живу. Здорово, киборг, убивца. Блин, слушайте, тишина. Либо это тот же самый, либо все, тот АФК сел просто. Непонятно пока. Хиклю, короче, дропаем, походу, мы с вами. Мне еще в той комнате надо как-то типа полутать. Фу, не в той, не типа, а свой лут.
Ладно, хиклю, сейчас мы где-нибудь по пути, короче, дропнем, пока сюда ее положим. Айда, красава. Айда, молодец, Пиксель Боб Катка на YouTube. Потом чекни мои пропущенные донатики. Да-да, ребят, обязательно. Да, блин, вы подождите пока с Ютубом. Потому что... Потому что еще чел может быть. Шарите? И он либо его нету, либо он цикло нереальный и реально на очко сел просто. Красиво. Мы убили двоих, и ты убил нас? Понял, что у вас больше нету у вас, что ли? Отдай хакашку. А, понял. Ну, надеюсь, ты не обманываешь, бро. И как их тут лутать? Я тоже хочу на YouTube. Мама, я в телевизоре. Ребят, спасибо большое. Братишка, ну ты вроде адекватный чувак, поэтому... Раскидаю, наверное, так и быть. У того корпуса на дырке много трупов. У того корпуса на дырке, понял. Дырки куча трупов, то это я типов там убил. Сейчас второй уровень. Нифига ты задрот, чувак. Ладно, ты вроде адекватный, я тебя раскидаю, так и быть. Шлемак твой заберу так. И магазины. Хотя нет, с такими патронами могу и магазины отдать. Не жалко. Так и не понял, а где спасибо? Я убил пацана дефолтного трупа, то, что вылазил из двери. Понял. Вот это твоя эмка, да? Братан. Дима, привет. Ты что делаешь? Я тут прихожу на стрим, а ты тут на головы прыгаешь, после чего даешь килл через дверь. Офигенный контент. И я да, подрубил просто. Привет. Я прошутил по раскидку. Да чё, мне как бы для адекватных людей не жалко, братан. Я понимаю, ты там 60-й уровень, все дела, но... Тоже приятно, когда что-то возвращает. И не говоришь, что нет. Так, так тег надо как-то забрать еще. Ё-моё, короче... Так. Тара-та-тара-пара-па-пара.
А, вот, ну вы, ты вот про этого говорил, да? Этого я разве не залутал? А, тут еще килоброник. Да ё-моё, а куда это забирать нахрен? Я не понял. То есть тут жирные ребята, конечно, обитают. Дебал сюда. И вот сюда, вместо мусора этого. Не понял. Дебал на Сашку не ставится? Подстава. Главное, постирать не забыть его потом. Так, ну походу киллу мы не сможем взять. Придется ее дропать. 52 хп. 57. Лоботиком получается, оставляем. Прапор постирает. Прапор-то, блин, точно постирает. Он еще, блин, сильнее окунет куда-нибудь. Да-да-да-да-да. Так, теперь надо как-то расфасовать немножко это сюда. А, это сюда. Сюда. Не берем. Это патроны были. Иголочки. Иголочки, это хорошо, это же забираем. Все, получается, всех залутал, что ли, уже? Выкинул килл и взял тек-тек, ппц. Вот тут 42 хп. Я просто думал, что лута будет много, а лута что-то нету, и мне некуда даже распихивать-то это все. Пипец, взял тек-тек. Шо, вы шо, мистер Килодрочер? Блин, ну прострелы, пацаны, конечно, через стенки, через двери вообще были отменные. Все, гол на выход, короче. Главное, чтобы меня сейчас не тряхнули. Сашка? А, блин, подождите, а где ее дропал-то? Подождите, сложно. Ребзи, я забыл, где ее выкинул. Сидят, спамят. В трупе? Нету тут в трупе ни хрена.
чатик. Ну все, все, что началось-то? Ну не ругайте меня, да, безголовый, но с кем не бывает. Ай, блин, хотел полутаться еще, я ж ключи забыл. Какая спалива лютая. Ладно, я думаю, не найдут. До челоботов не дойдет, наверное, даже. Меня убивают, и зэмки стреляют. Второй раз ударил дверь. Да я все, я безголовый уже. Я просто хочу выжить в этой каточке. Она такая крутая. Такие тут киллы жесткие были. Тупо на читах, you know. Раскидал ребят, называется. Да там никто не найдет. Сейчас уже будет ночь, там челоботы даже не ходят тут. Ладно, вас успокоит. Моя М-ка-то там же лежит. Поэтому если найдут, то найдут и мою. Так что меня тоже за это накажут. Настный резерв. Сходил, да. Нормально так мискликнул, кстати, на контент. На контент попал. Блин, слушайте, так и Сашка что-то с глушаком понравилось. И еще же у меня, ну, отдача уже плюс-минус прокачана. Я постоянно бегаю и стреляюсь. И, ну, прям хорошо что-то так жмет вроде в ХЗ. Прям понравилось. Пойти со Сашкой, что ли, сейчас. Только единственное, тридцатки нужно заряжать, потому что АДС вообще никакущий просто. Мозги в банке нашли. Папара-папара. Опа! Четкие киллы вообще. А клип, ребят, сделали того момента, где с прыжка, ну, типа, спрыгнул я на эту фигню. А, вот есть клип с ВХ. Четко. Сейчас пересмотрим эти моментики, сколько. Блин, левлы-то такие хорошие, типа. Еще ровесник. Пять киллов всего, но зато какие. Зато какие. Не знаю, вообще жесткие киллы были в этой катке. Меня так еще прижали, все, думал, у меня жопа уже просто. Просто жопа. Но нет, не жопа. На YouTube. Путеч. На YouTube получается. Блин, опять берег. Опять берег, блин. Ну это знак, походу, я не знаю. Вон бегал резерв. И ничего нету. Сходил вон на бережок и сразу просто... Легчайшее для величайшего получилось. Так что, да, кто на ютубе будет смотреть, лайкосики, ребят, прожимайте. Это будет на ютубчике по-любому. Вот. Все тогда.